slow down. Grab and go up. Baby, like you tryna make your ass fall off. Slow down. Всем привет, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить Resident Evil 2 кампанию за Леона Кеннеди. Так, нам нужно отыскать Аду Вонг. Паучки. Связываться с ними не будем. Пускаем мост. Так, вентиль забираем обратно. Еще пригодится. Трава. Сразу смешаем, чтобы сэкономить место. Чтобы нам... Так. Патроны для дробаша. Поднимаем обратно мост. Все отлично. Идем дальше. Похоже, сюда свозится мусор со всего города. Так, ничего нигде нет, ничего нигде не валяется. Леон. Эта пуля дело не облегчит. Тихо, Леон. Я помогу тебе. Это тоже оно. Не стоит. Я только что узнала. Джон мертв. Что? Ничего страшного. Давай просто уберемся отсюда. Чем скорее, тем лучше. Наконец-то нам перемотали рану. Так.
Дневник смотрителя канализации. 28 июня. Наконец-то мне удалось увидеться с Доном и поговорить с ним после работы. Он сказал мне, что все это время провалялся в постели с какой-то жуткой болезнью. В этом случае нет ничего удивительного, если вспомнить, сколько он уже у нас работает. Он весь обливался потом и чесался, словно прокаженный, все то время, что мы с ним говорили. И спросил его, не чувствует ли он жар, но он только странно посмотрел на меня. Да что с ним такое? 7 июля. В последнее время шеф Айронс все чаще посещает лабораторию. Не знаю, что он там делает, но раз от раза он выглядит все более угрюмым. Вчера выражение лица было еще и крайне встревоженным. Полагаю, дело в невыполнимых требованиях мистера Биркина. Несмотря на... Что мне жаль шефа. Он многое сделал для города и не заслужил всего того, что на него свалилось сейчас. 21 июля. Мне редко удается выпить, потому что я работаю в ночную смену. Впрочем, жаловаться мне особо не на что, ведь в конце концов этим я зарабатываю себе на жизнь. 16 августа. Сегодня шеф Айронс пришел позже обычного и выглядел темнее ночи. Я попытался взбодрить его шутками, но это только еще больше разозлило его. Он выхватил пистолет и ткнул мне под нос. Мне едва удалось угомонить его. У этого парня явно проблемы с психикой. Впрочем, он точно знает, что ему не войти в лабораторию без моей помощи и медали. Интересно, что в его понимании означает служить и защищать. 21 августа. Уильям сказал мне, что полиция и пресса начала расследование дела Амбреллы. По его словам, расследование затронет весь город. И вполне возможно, что ищейки доберутся даже до канализации. Он попросил меня приостановить все работы в канализации до завершения расследования. Канализация по-прежнему будет использоваться для прохода, но он настоял, чтобы я был предельно осторожен и пригрозил, что я потеряю работу, если кому-нибудь станет известно о том, что тут происходит. Выгравирован орел. Тело сотрудника канализационной службы. Так, остановили вентилятор, теперь можно по лестнице подняться. Так, идем, ставим, опа, зомбаки, не будем тратить на них патроны. Так, здесь паучки. Все, ставим медали. Одна есть. Вторая есть. Так, кто-то тут большой ходит. Нету.
Блин, такого я не ожидал. Отстрелили палец. Так, перезарядиться. Блин, если он сейчас вылезет, у меня этих-то боеприпасы не для боя с ним. Сигнальный пистолет. Мне нужно что-нибудь, чтобы зажечь его. У нас есть зажигалка, не проблема. С биркой. Ключ странной формы. На нем есть эмблема Umbrella. Труп. Чьи-то следы крови здесь. Воу-воу-воу-воу. Все, сдох. Зарядка. Здесь пусто, блин. Патроны только потратили. Ну ладно. Дохлый. Опа, патроны кончились. Ладно, выбираем ружье. Поближе подходи. А, слишком близко к нему подошел. Что-нибудь. О, травушка. Мы наконец-то приехали. Здесь должно быть что-то спрятано. Интересно, что же здесь спрятано?
патрончики. У меня места нету. Пистолет убираем. Вместо него берем. Так. Ну, в принципе, аптечки у нас есть, хватит. Еще одну возьмем. Панель управления машиной. В ней замочная скважина. Так. Ключ не подходит. Ну ладно. Патроны к пистолету, блин. Ну ладно. Карту завода возьмем. Включить монитор. Оба-на. Тирана совсем не ожидал здесь увидеть. Блин. Что-то придется съесть тогда. Ключ для активации панели лифта. Буква H на нем. Ух ты. Так, а чё, я патроны не взял, что ли? Нифига себе. Пошли, давай. Включаем. Эйда, ты меня слышишь? Давай, скажи это. Она без сознания. Так, Аду у нас вырубили.
Ну что, идем сражаться. В случае ЧС загорится красный сигнал, и доступ наружу будет открыт на некоторое время. Сражаться с монстром. С Уильямом Биркиным. Нифига он такой. Сразу меня покромсал так. Блин. Так, 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 он еще и может прыгать. Ого-го-го. Ну-ка, ну-ка, быстрей. Блин. Да какое? Не надо мне читать. Все, свалил. Человек оказался сильнее, чем эта тварь. Внимание, двигатель был остановлен из-за перегрева. Добро пожаловать назад. Эй, не волнуйся, мы сейчас в секретной лаборатории Амбреллы. Я пойду наружу поискать что-нибудь, чтобы справиться с этим, поэтому отдохни чуть-чуть. Но с этими ранами я только буду тормозить тебя. Иди, спасай себя. Почему никто никогда меня не слушает? Я говорил тебе, что это моя работа заботиться о тебе. Но ты будешь в опасности, если останешься со мной. Я знаю, что мы знакомы недолго, но мне очень понравилось с тобой. Я знаю, я не могу заботиться ни о ком, но я не хочу терять тебя. Мы уйдем отсюда вместе. Подожди меня, я сейчас вернусь. Так, нам что-то нужно найти для Ады. Нормально. И лифт запустился. Уехал без нас. Так. Куда нам? Это лифт. Энергии нет. Thank you.
Отличная трава. Так, смешать-то есть, чем нету. Так, уберем. И возьмем на всякий случай автомат. Так, сюда не забраться. Так, посмотрим вообще, что здесь есть. Лежит труп. Зеленый. Исследовательский отчет о газе Пи Эпсилон. Данная информация требует неотложного рассмотрения. Газ Пи-Эпсилон считается универсальным средством уничтожения всего известного БО, биологического оружия. Ввиду этого он используется в качестве меры противодействия в случае распространения БО. Однако данные недавних исследований свидетельствуют о возможных побочных эффектах. Пи-Эпсилон действует путем ослабления клеточных функций БО. Однако длительное или многократное воздействие газа может привести к образованию адаптивных антител. Более того, у некоторых видов БО была выявлена способность поглощать Пи-эпсилон и использовать выделенные из него токсины против внешних угроз. Ввиду этого, к использованию газа Пи-эпсилон следует прибегать только в самых крайних случаях. Мы настаиваем на переоборудовании системы экстренного распыления газа Пи-эпсилон. Также мы настаиваем, чтобы данная мера была предпринята как можно скорее. Второй исследовательский отдел, отдел безопасности. Так, патроны. Печатная лента. Ну что, я на этом заканчиваю. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Оставляем комментарии, отзывы под видео. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Увидимся в следующем эпизоде. Всем пока.